Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале компании «Купи салон» крупнейшего автомобильного ателье в России. Меня зовут Алексей Крыловецкий. Я сегодня вам расскажу об очередной интересной работе по доделке автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Я вообще без сарказма говорю про доделки автомобилей Toyota. Сам являюсь владельцем автомобиля Toyota, который доделываю и чувствую, что еще буду доделывать достаточно долго. Речь идет о том, что автомобиль базово, как тележка, да, как кузов, он очень даже неплох, но имеет большое количество недочетов по комфорту и по оснащению. И, конечно, даже такой дорогой, брутальный, внушительный автомобиль, который кажется, что берешь, чтобы больше ничего с ним не делать, купил и поехал, надо довести до ума. И до ума мы его довели достаточно так серьезным образом. Много чего сделали, между прочим. Кстати, это далеко не первая двухсотка, где мы дорабатываем салон и делаем интерьер более удобным, комфортным, уютным, привлекательным. Вот здесь есть ссылка на плейлист по двухсоткам. И этой конкретно машине достался следующий набор работ. Ну, начнем, что называется, по маленькой. Мы перешили руль и подушку руля, и при этом изменили геометрию руля, немножко сделав его более анатомичным, ухватистым. Это достаточно популярная задача. Дело в том, что у двухсоток достаточно тонкий руль, и для такого крупного автомобиля, который часто находится в пользовании людей с крупными такими серьезными, так сказать, видами на жизнь, вот, сами являющиеся такими крупными и серьезными людьми, конечно, вот эта вот тонкая баранка, она вызывает недоумение. То есть схватиться за нее и держаться уверенно, управлять автомобилем безопасно зачастую просто невозможно. И хочется сделать этот автомобиль более удобным. Изменение анатомии руля — услуга очень популярная и востребованная, особенно в автомобилях Toyota Land Cruiser 200. Мы часто это делаем, а подушка руля перешивается натуральной кожей Napa с декоративной отстрочкой, с целью сменить фактуру из дешевой пластиковой вот этой вот накладки, да, сделать качественную из натуральной кожи с декоративной отстрочкой. Ну и, конечно, когда мы меняем анатомию руля, мы переделываем здесь подогрев с тем, чтобы он работал уже равномерно и по всей поверхности. Обратите внимание, на руле у двухсотки обычно есть вставки декоративные из, ну, вообще не пластиковые, да, с имитацией деревом. На самом деле это не дерево, конечно, это аквапринт. Здесь вот мы полностью переделали анатомию, заменили вот эти вставки на полностью кожаные, увеличили площадь подогрева руля и таким образом сделали руль гораздо более приятным не только в двух хватах, там сбоку, например, сверху и сбоку снизу, но еще и более комфортным во время поездок в холодное время года. Сейчас уже, конечно, весна, и это не так актуально, но еще пару месяцев назад многие бы отдали многое! Многие отдали бы многое за то, чтобы руль стал теплым не только, например, по бокам, но и сверху снизу, или вообще, в принципе, теплым. Функция подогрева руля очень популярна. Мы достаточно много оказываем этих услуг для разных автомобилей. Кстати, вот тоже плейлист, посвящен отдельно этой услуге. Теперь переходим к сиденьям. Значит, сиденья от двухсотки — это, конечно, как это сказать, легенда такая же, как и сама двухсотка. Штатные сиденья очень некомфортные, мягкие, без выраженных боковых поддержек, абсолютно никакие. То есть ты сидишь на какой-то табуретке. Изменив анатомию кресел под Lexus LX, изменив дизайн этих сидений, мы добились гораздо более удобной посадки. Здесь выраженные боковые поддержки на спинках, на сидушках, в области лопаток, само собой. Но этого тоже бывает недостаточно. Мало сделать так, чтобы ты сидел глубоко в кресле и боковые поддержки тебя удерживали во время поворотов. Здесь необходимо добавить еще подколенную опору. И в этом автомобиле мы демонстрируем одновременно две свои возможности, два своих подхода к изготовлению подколенной опоры. На водительском сидении установлена электрическая подколенная опора. Она удлиняет сиденье от 5 до 13 сантиметров. И в этом случае, конечно, она поднимается вверх вместе с передним лифтом сиденья таким образом, что сиденье как бы выглядит таким, знаете, как на взлет, как палуба нашего авианосца адмирала Кузнецова. И здесь, конечно, удобство невозможно недооценить. Конечно, после того, как подколенка выдвинута максимально, нога лежит и изгибается уже близко к краю подколенной опоры. Следовательно, вся верхняя часть спины равномернее распределяет свой вес по низу
нижнюю часть. Таким образом не затекает ни спина, ни ноги. Это очень удобно. На пассажирском сиденье мы тоже установили подколенную опору, но механическую. Там мы удлиняем сиденье от 5 до 9 сантиметров, то есть это примерно на 5 сантиметров, 4-5 сантиметров. Это решение более доступное, но декоративно они абсолютно идентичны. И поэтому сиденье выглядит абсолютно симметрично. Кроме того, вы наверняка обратили внимание на то, что в сиденье доустановлена функция массажа и поясничной опоры. Это решение позволяет добиться изменения анатомии кресла в спинке, в области поясничной опоры за счет наличия двух поясничных пневматических подушек и четырех позиционной кнопки для регулировки накачки этих подушек, то есть можно накачивать их по отдельности или вместе, добиваясь вот как раз перехода вот этой накачанной области выше или ниже, она может быть более надутой или менее надутой, и за счет этого меняется анатомия спинки, а это в свою очередь позволяет настроить сиденье так, чтобы форма спины и спинки, они были друг другу идентичные, это очень важно. Само собой появилась функция массажа, 8 точек, они расположены вдоль позвоночника, по бокам и дают возможность вот этот комфорт дополнительный обрести в силу того, что расслабление за счет вот этого точечной накачки и сдувания подушек разгоняет кровь, не дает крови застаиваться, и спина, конечно, дольше находится в тонусе. Ну, а декоративная составляющая, я думаю, она вообще должна вызывать полный восторг. Мне лично этот дизайн очень нравится. Мы его давно разработали, много-много лет назад. Видели, как его уже нещадно копируют другие компании. Но суть в том, что алькантаровые вставки в центре, отстрочка ромбиком, декоративный кант по периметру сидений и даже на подлокотниках, и изменение рисунка сиденья за счет появления нескольких дополнительных декоративных швов делают, конечно, эту машину, этот дизайн гораздо более симпатичным, привлекательным, уютным. Алькантара добавляет этому автомобилю такой очень приятный тактильный опыт. Я должен сказать, что проект не маленький, но переделываются подобные автомобили достаточно регулярно нами, рука набита, мы знаем, как это сделать в более оснащенном варианте, в менее оснащенном варианте, чего не хватает этому варианту. Например, часто мы устанавливаем такую очень приятную подушечку алькантаровую на подголовнике или вовсе меняем подголовники и ставим туда таковые от Mercedes с функцией излома. Это все делает поездки еще более удобным, еще более комфортным, потому что голову хочется, конечно, всегда на что-то опереть, чтобы шея была расслаблена, а лучшего помощника, чем алькантаровая подушка и более удобный подголовник, до которого не надо назад сильно тянуться, вы просто не найдете. Автомобиль Toyota Land Cruiser 200, конечно, достоин того, чтобы в нем и шумоизоляцию сделать, и мультимедиа нормальную поставить, и улучшить качество звучания штатной музыкальной системы, и сделать амбиентную подсветку, перешить потолок, и выполнить огромное количество других задач, которые, наверное, в изобилии вы найдете, если будете более активно посещать наш канал, изучать те ролики, которые уже загружены, или вовсе подпишитесь на него и кликните на колокольчик, чтобы следить за выходом новых серий. Если вам понравился этот проект, если вы воодушевлены и хотите поделиться своими впечатлениями, нет ничего проще, лайкните это видео, оставьте пару комментариев внизу. А я в конце призываю вас подписаться на наши аккаунты в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Facebook, Drive2 и, конечно, в ТикТоке. В описании к ролику найдете контакты для связи с нами и для уточнения каких-то подробностей, сроков исполнения, стоимости записаться к нам. На этом в целом прощаюсь, желаю вам удачи, будьте здоровы, пока!